что ждет человечество? Это шестой вопрос. Человечество ждет кармическое обучение, которое связано с выводом, который человек ставит перед своей смертью. Вот смотрите, каждый раз, когда человек рождается и проживает свою жизнь, то в момент своей жизни он может сделать вывод о том, как он прожил жизнь. Если этот вывод он сделал, то в следующей жизни жизнь его будет другой. В случае, если он вывод никакой не сделал, то в следующей жизни жизнь будет такой же. Таким образом, каждый вывод, который является выводом жизни, является выводом кармическим. И я могу сказать вам вот что. Из-за того, что так устроен принцип жизни, люди, которые жили в средние века, были более кровожадные, а также были более, наверное, жестокими, чем сейчас, несмотря на то, что очень активно возрождалась в них и культивировалась среда христианского мира, которая говорит о том, что апатия, лень, злость, гнев и все остальное — это плохо, и бескорыстие, и так далее, это очень важно, не укради, не убей, и так далее. То есть в христианском мире, который на протяжении 2018 лет присутствует на территории тех стран, где было средневековье, ну и наших стран, не привело, к сожалению, людей к тому, чтобы они за счет данной философии могли быть другими. Но я могу сказать, что все же что-то повлияло на этих людей. И сейчас люди менее кровожадные, сейчас, наверное, никто не захочет смотреть на дыбы, а также на распятие. И это говорит о том, что кармическое перерождение людей со временем делает их высокодуховными существами, вырабатывая у них качества нового и вновь-вновь обучающих программ, которые они воспринимают в виде вывода перед своей смертью. Так в одной жизни ты убиваешь, а в следующей жизни тебя убивают, и в третьей жизни ты уже не будешь не убивать и не захочешь кого-либо убивать, и сам не захочешь при этом быть убиенным. Таким образом, это говорит о том, что мир и наше человечество с каждым нашим перерождением будет становиться лучше, лучше. И что ждет человечество? Человечество ждет улучшения жизни, улучшения отношения друг к другу, отношения к семье, отношения к людям. Это все его ждет, и это в дальнейшем будет происходить. Будут ли концы света и завершение этого мира? Нет, к радости на нас не упадет метеорит, не будет цепной реакции вулканов, также не произойдет глобальное похолодание и потепление, также нигде не взорвется атомная или водородная бомба, также мы будем спустя 2000 лет вновь и вновь наши потомки, а также перерожденные мы, будем вновь и вновь присутствовать на каких-то вебинарах. Вероятно, изменится технологическая система передачи информации. Ну и в дальнейшем люди будут становиться лучше и лучше и смотреть уже с призмы своего времени на наш социум как на дикий, жестокий, лживый, хищнический, средневековый мир.